Дорогая, тебе вот этот галстук как? Дорогая, ты что, не собралась еще? Мы опаздываем вообще-то уже. Я никуда не пойду. Ну что опять-то началось? Ну что случилось? Иди один. Что один-то? Как один? Зачем я туда один пойду? Что случилось? Неважно. Тебе нечего надеть? Нет. Нет. Ты толстая. Нет. Я поздно тебе сказал собираться, да? Нет. Нет. Что-то случилось? Нет. Что-то случится? Нет. Что-то в данный момент случается? Нет. То есть это не past, не present, не future simple? No. Логика кончилась. Включаем женскую логику. Ты постарел на один день. Нет. Скоро рассвет выхода. Нет. Ну все, ну сдаюсь, честное слово. Что случилось? Говори. Мне нечего надеть. Я первый вопрос тебе задал, когда зашел. Тебе нечего надеть? Нет, сказала! Ну, я так и сказала, нет. Значит, нечего надеть. Да почему голова-то не квадратная у вас после этого-то? Я не понимаю. Ладно, давай посмотрим. Давай. Давай, давай. Давай посмотрим. Нечего надеть просто. Это тебя полнит. Да. Да. Это тебя худит. Да. Это тебя сквозит. Да. В этом ты пробивала булит. Да. В этом ты разгружала корбит. Да. В этом ты болела за зенит. Да, 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 да. Вот! Вот, мы только вчера купили, ты ни разу не носила еще. Дима, я его купила, чтобы купить, а не чтобы носить. Короче, ты идешь или нет? Просто ты будешь такой красивый, а я буду тебя позорить. Да не будешь ты меня позорить. Буду-буду, я себя знаю. Короче, ты идешь или нет? Иди один, я не обижусь. Точно не обидишься? Точно. Нет, точно или точно? Точно. И припоминать потом не будешь до конца жизни моей, да? Не буду. Ну все, давай, все. Я быстро, я пошел. Угу. А поцеловать? И все? Все, давай, я пошел. Ты меня любишь? Конечно, конечно. Че, конечно? Я тебя люблю. Я пошел? Я просто знаешь, чего не могу понять? Почему мне постоянно из тебя приходится это вытягивать? Что это? Что ты меня любишь. Я люблю тебя.
Я пошел? Иди, иди. Но я обещал, правда. Мне ты тоже много чего обещал. Ну не начинай, ну что, ну? Я пошел. Иди, иди. Что за иди, иди такое? Мне вообще не нравится эта интонация. Конечно. Сегодня тебе не нравится моя интонация. Завтра тебе я не буду нравиться. Можешь мне вообще уйти? Что ты переворачиваешь, что? Я пока еще ухожу, уйти не могу полчаса. А, уже не мы, а я ухожу. Давай, вали. Да и свалю с удовольствием из этого дурдома. Неужели я заслужила такого отношения? Алло, ты где? Уже в метро? Значит, ты все-таки без меня пошел. Забери меня, я тоже пойду.